Я очень счастлива, что могу сказать несколько теплых слов о Сергее Яковлевиче Лемешеве. Потому что Сергей Яковлевич для меня – это олицетворение русской народной песни. Впервые, когда я его услышала, это было задолго до войны, мне казалось, что сам ручеек пел. И вот с тех пор, по-моему, я и полюбила русскую народную песню. То есть она для меня стала самой близкой, самой чистой. Когда я слышала голос Сергея Яковлевича, мне самой хотелось петь. Мне хотелось чем-то походить на него. Помню, как однажды я впервые его увидела на экране. Ну, вы все прекрасно знаете эту картину «Музыкальная история». И вот тогда Сергей Яковлевич до конца покорил меня своим актерским мастерством. Если послушать его песни, то его голосу не нужно никаких сопровождений. Его тембр нельзя спутать ни с одним из певцов. Он обладает такой краской, как будто бы, ну, сама земля поет. Красавица моя, дай мне наглядеться, радость на тебя. На твою ли на приятну красоту, на твое ли все на белое лицо? Ты постой, постой, красавица моя, дай мне наглядеться, радость на тебя. Красота твоя с ума меня свела и иссушила добра молодца она. Ты постой, постой, красавица моя, дай мне наглядеться, радость на тебя. Ты постой, постой, красавица.